общались. Добра, крепкого здоровья. Очки, дипломы КДР от меня, и Хемца, и пока. Привет. Третья передная, здоровья. Хворать 7-3. Будем здоровья, Евгений, пока. Я Роман Девять, Дима Женя, всем. ДФ-6, он идет? Кто? Дима Федор 6, Николай идет. Дима Федор 6, Николай идет. Ну, всех тут у меня перекрыл. Приветствую, Виктор Хов. Виктор, пятерка, девятка, 10-15. Александр Баранчинский, прием. Тоже 5-9+5. Правда, не больше, но нормально все равно. Я, так сказать, сейчас на пенсии со 2 июля. И, в общем-то, жара у нас стоит под сколько? 39 градусов сегодня. Только с бассейна вылез, прием. Окей, Виктор, принял. Ну, у нас что-то похоже, 32-33 в тени. Вот, жарище невозможно. Заходишь на улицу, выходишь из домика, как в печку. Так что все нормально. Давай, отдыхай, балдей, так что все нормально. Самое главное, здоровье, здоровье и здоровье. Удачи и всем-то и пока. Да, ну вот, Саша, только передвигаться с костылем приходится.